Все. Каша готова. Ну, как я тебя? Да. Как говорится, эффект превзошел все ожидания. Черт. Вода есть, пол помыть? Да, в бочке за домом. А ведро? Ведро вон в предбаннике, я принесу сейчас. Да нет, теперь моя очередь работать. О, черт. Это пиратский фрегат. Он очень похож на флагманский корабль Эдвард Тич. Ну, по прозвищу «Черная борода». А корабль его назывался «Месть королевы Анны». Это чье? Мое. А почему такой тон? Вы Золотов? Андрей Золотов? А мы что? Опять на «вы»? Вы же меня сразу узнали, так? Вы сразу узнали, кто я такая. Узнал. А мне кажется странным, что человек, отсидевший 6 лет за преступление, случайно встречает следователя, который засадил его за решетку. Кажется. Дальше что? Не подходи. Назад! Назад, я сказала! И как вы оказались в том месте? В каком том месте? Я всегда там рыбачу, уже много лет. А, то есть вы думаете, что я специально подстроил нашу встречу, да? Я это допускаю. Допускаете? Вы сами напросились ко мне в лодку, я из вас силы-то не тащил. К тому же я не волшебник, я бурю-то вызывать не умею. А то, что нам пришлось сделать вынужденную остановку, так моей вины в этом нет. Если б я хотел вам отомстить, как вы говорите, вчера на реке это вообще было сделать проще простого. Скинул бы вас в воду и, как говорится, привет. Но вы же меня сразу узнали. И у вас есть повод, мягко говоря, меня не любить. Тогда почему согласились меня отвезти? Дело же не в деньгах. Тогда в чем? Зачем я это сделал? Хотите, верьте, хотите, нет. Я сам не знаю, зачем. Короче, я иду к лодке. У вас есть 2 варианта. Я отвожу вас в Макарьевск, как обещал. Ну, либо 2-й вариант. Вы остаетесь здесь, я добираюсь до города один. С кем надо, связываюсь, и вас забирают. Так что давайте, решайте. Руки. Чё, кого ждем? Ты что творишь? Подожди! Что подожди? С Пышком все понятно. У вас с бабой вопросы есть. Что с бабой? Да подожди, говорю тебе, да проверь. Ну? Смотри. Да. Это одето дорого, выглядит на миллион. Это казак, это деревенский. Давай мужика завалим на тебя. Кисон, сон он поэта. Cosa faccio, scrivo. E come vivo, vivo in povertà mia lieta. Чё? Ты не наша, что ли? Русский. По-русски говоришь? Русский. Но, русский. Но.
Sì, sì, mi chiamano Mimì. Ma il mio nome è Lucia. Да, это Лючия. Ну, подруга эстонца. Вот, которую у меня модели покупают. Посмотрите, они только вчера приехали. Я обещал ей рыбалку устроить. Парни, парни, вы бы нас отпустили. Все-таки гражданка Италии. Как бы что ни вышло. Ты аму, хаманера. Рот закрыла! Рот! Что делать будем? Надо самураю звонить. Здесь связи нифига нет. Так, иди на берег, там хорошо ловит, а этих я посторожу. От меня не сбегут. Стоять! Ух ты! Какие часики непростые. Граждане понятые, обратите внимание, часы золотые, фирмы, не могу прочесть. Васильич, да. Подойди, будь добр. Ты у нас полиглот. Капитан. Ну, чем порадуешь? Личности убитых мы еще вчера установили. Утром пришло подтверждение из столицы. Я в курсе. Водитель Павлова и рис ее фирмы. Что еще? При обыске у Золотова найдены телефоны, документы, банковские карты убитых. Кое-какие вещи, судя по всему, тоже из машины. Сравним пальчики с отпечатками убитых, скажу точнее. Ну, молодец, капитан. Картина ясна. Будем подавать Золотова розыск. Отпустите мне, можно? Я его жена! Пусти. Работай, капитан. Я сам разберусь. Отпусти! Бойцы, а ну-ка, разошлись. Зинаида. Боже, это что ж такое получается? Это что-то адресного хотят тюрьму забрать. Это обыск какой-то устроили. Успокойся. Он же ничем не виноват. Боже, ничем не виноват. Я знаю. Успокойся. Успокойся ты, ну. Ты меня слышишь, Зинаида? Успокойся. Я все решу, слышишь? Все решу, все будет хорошо. Я тебе обещаю. Давай я тебя домой отвезу. Давай. Что они там делают? Пойдем. Нет, Марк, что они там делают? Все будет нормально, верь мне, верь. Садись. Вот так, вот и хорошо. Стоять на месте! Стоять, чтобы я руки видел! Жить хочешь? Жить хочешь, да, нет? Хочу! Кто вас прислал? Отвечай. Раз, два... Не стреляй, мужик, я все скажу! Все скажу, что знаю. Это лось, лось нас прислал. Велел тебя и столичную бабу найти. Самурай скинул фотку мне на телефон. Пацаны сказали, что ее вчера видели, ее машину. В лесу, менты нашли. А она слиняла куда-то. Что ты говоришь? Какую машину? Какая машина? Подожди. Так она не итальянка? Говори дальше! Тачку! С столичными номерами. В лесу менты нашли, а там два трупа. Говорят, что эта баба с ними должна была ехать. Все, я больше ничего не знаю. Не при делах я, мужик. Я-то лосю зачем? Не знаю. Да нет, говорю же, баба не наша. Иностранка вроде какая-то. Итальянка, фиг ее разберет. Смешно так лопочет, дура. Си-си, ля-си-си. Алло. Самурай, что с ней делать? Валить ее? Нет. Понял, ждем. Добро. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен.
Алло, Вось. Здравствуй. А ты не можешь мне объяснить, почему Елена недоступна? А кому мне еще звонить? Ты должен быть в курсе. А что со сделкой по поводу завода? Как не приехала? Что? Как убить? Елена? Я тебя спрашиваю, что с Еленой? Она жива? Да мне плевать на твоего шерифа. Ты мне обещала, не шериф. За базар не хочешь ответить? Да, предъява. Именно так. Слушай меня, фраер. Я свое слово держу. А вот бодаться я тебе со мной не советую. Я тебе мигом рога обломаю. Значит, на данный момент официальная версия полиции выглядит таким образом. Бывший зэк Золотов, узнав, что Павлова едет в Макаревск, устроил засаду. Мужчину бил. Павлова пока не нашли. Но в доме подозреваемого найдены вещи из ее машины. Вот так вот, Илья Валерьевич. А завод тут совсем ни при чем. Это личная месть Золотова твоей Елене. Ну что ж, давай. Успокоишься, звони. Может быть, еще жива твоя женщина? А? Мои друзья ее ищут. Да. Ну, что там? Толстый звонил. Сказал, что они сами в лесу Золотого поймали. С какой-то итальянкой. С кем? С итальянкой. Тимур? Да, привет. Надо встретиться. Хорошо. Этот завод входит в бизнес-схему Лося и должен был достаться ему. А тут появилась ты, человек совершенно неизвестный, а значит опасный. Поэтому, ну я так думаю, он решил вывести тебя из игры. Когда следователем работал, я о Лосе и слышал, но лично не была знакома. Я же в Макаревске всего 2 года проработала. Молодая совсем. Шерифа помню, правда смутно, он тогда опером был, капитаном. Ну, эта парочка теперь тут всем заправляет. Слушай, Андрей, а куда мы идем, а? Нам же туда, к лодке, нельзя, потому что там, может быть, этот придурок, который нас стрелял. Да, ты права. По воде нам не уйти, могут вычислить. В город нам тоже нельзя. У меня есть знакомый лесник. Я ему доверяю, там у него безопасно. Пересидим какое-то время, а дальше, ну, поймем, что делать. Правда, идти долго, 3 часа через лес. Ну, ладно, пошли. Слушай, а почему этот зализанный сказал, что полиция тебя подозревает? А почему ты меня подозревала? Ну, если все так, как я думаю, то шерифу Лосю просто удобно повесить твое убийство на меня. Ну, и убийство твоих людей в машине тоже. Я постоянно думаю, что это я виновата в их смерти. Если бы я его не было в той машине. Ты не виновата. Не смей думать об этом. Пошли. Короче. Маша. Маша. Заткни. Как? Как
это произошло? Золото, сука, вырубил меня. Я сознание потерял, ничего не помню. Ты понимаешь, что если самурай тебя на перо поставит, я за тебя вписываться не буду? Ну ты... Ну что, Зинаида, успокоилась? Ничего, ничего, ничего. Все обойдется. Ты пойди домой, поспи чуток, сериальчик посмотри. Спасибо, дядь Паша. До свидания. Давай, давай, отдыхай. Зина! А тарелку супа не нальешь? Да. Конечно, проходите. Зин, а когда ты с Золотовым последний раз виделась? Так я же уже говорила, дядь Паш, позавчера днем. А, ну да, 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 запамятовал я. А как вы с ним вообще познакомились? На заправке, что ли? Да у него машины нет. Мы в магазине случайно встретились, я хлеб покупала, он сметану, так слово за слово разговорились. Так и познакомились. Так и познакомились. Понятно. Я, однако, я понимаю, мужик-то он видный. Зина, скажи, вот в последнее время ты за ним ничего странного не наблюдала? Ну, может, говорил чего? Или вел себя как-то необычно? Добрый день, Илья Валерьевич. Катенька, здравствуйте. Тимур Давидович ждет вас. Проходите. Спасибо. Ильюш. Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть, но сколько лет, сколько зим. А, совсем забыл старых друзей. Даже на день рождения ко мне не приехал. Прости, Тимур. Я в этот день был в Стокгольме с нашей делегацией, никак не мог вырваться. Но с меня причитается. Ну? Готовь ружьишко, охота, банька. Но я, собственно, по делу к тебе. Какому делу? Дело срочное, очень деликатное. Угу. Оно касается меня и моего близкого человека. Я знаю, твое агентство номер один в городе. Ты человек занятой. Мне очень нужна помощь. Мне нужен сыщик. Хороший сыщик. Самый лучший. Илюш, самый лучший сыщик. Мы ж твоим батей в детстве, можно сказать, самыми закадычными корешами были. Я знаю, дядь Паша. Ты для меня почти как дочь. Я тебе только добра желаю. Ты пойми, Зин, золото ведь ты. Ну, не пара он тебе. Он преступник, понимаешь? Андрей не преступник, он не сделал ничего плохого. Опять 25. Ну я же тебе говорю, все улики на него указывают. Он двух человек убил. Андрей никого не убивал. Он не мог, он не такой. Молодость, молодость. Совсем ты не разбираешься в людях, Зинаида. Былые времена его бы расстреляли. Сейчас пожизненное дадут. Тоже поди не сахар. Ну, не плачь, не плачь. Ну, чего уж теперь, ну. Я, конечно, могу сделать так, что ему самое мягкое наказание дадут. Ну, в данных условиях. Поговорю с кем надо.
Оформим ему явку с повинной. В общем, поможем твоему Золотову, чем сможем. Помогите, дядь Боже. Помогу. Только и ты помоги мне. Он сюда, конечно, вряд ли заявится. Хотя, чем черт не шутит, в общем, так, Зинаида. Если он какую весточку пришлет, либо по-другому как-то проявится, сразу мне сообщи. Поняла? Да. Телефончик-то мой у тебя имеется. Вот, я, короче, позвонить отошел, чтобы бабу эту пробить, а сам не здесь остался. Я звоню, получается. Значит, ты их упустил? Этот Золото чистый Джеки Чан. Я вообще не понял, как он мне вырубилось. Сразу сознание потерял. Ты не сознание. Ты... Совесть! Мозги вы потеряли оба. Похоже, еще в начальной школе. Вам что было сказано? Увидите Золотого с бабой, валить обоих. Так она на итальянском заговорила. Я просто итальянский различаю, моя бабушка Челентано любит. Она это была? Я ее шмотки во дворе нашел, мокрые и грязные. Она в них на фотографиях была. Самурай, базару нет, ты говоришь, я делаю. Я зашел, я сразу вальнуть хотел. Это козлина руку мне подбил. Вон, пуля в стену ушла. Что, не так было? Да. Ну и все, порешали. Да. Неизвестно, как все это сложится теперь. И хорошо будет, если вашу эту пулю менты найдут. Ну вот что, любитель итальянской эстрады. Чешете сейчас на берег, в катере возьмете канистру с бензином и сожжете эту избушку от греха. Самурай, поставь всех наших людей на уши. Пусть ищут Золотого и Павлову, пока их не нашел кто-нибудь другой. Как бы эти двое баранов лес не сожгли. Чего? Я говорю, хорошо, что ночью дождь был. Сухой лес хорошо горит. Слушай, самурай, а ты действительно этого Золотого со школы знаешь? Ну, было дело. Пересекались. А он у них там главный, короче, на районе. Ну и наехал на меня, кто я такой, и что по их улице хожу. А ему сразу в нос, так на! А он, оказывается, боксом 3 года занимался и нырнул под мой кулак. А я его коленом. А это что за хмырь? Это новенький, 4-го. Эй, пацан! Это тебе что, библиотека? Деньги есть? Ты что, глухой? Валькины друзья и паруса. Владислав Крапивин. Верни книгу. Да забирай. А ну брейк! Брейк, хулиганье, а! Мураев, опять ты! Понятно. Ну что, детской комнаты милиции тебе уже не избежать. Пошли к директору. А что сразу Мураев? Он меня первый ударил. Виталий Михайлович, новенький первым в драку полез. Да? Самурай не при делах, мы все свидетели. Это правда, я первый ударил. Понятно. Ну тогда оба к директору. Там разберутся. Пошли. Хулиганы, а? Мураев, ты меня услышал? Завтра с матерью у меня. Андрюха, ты нормальный пацан? Сказал бы, что это я драку начал, тебе бы поверили. Директор уже давно хочет меня в детскую комнату милиции сплавить. Нашел чем пугать.
Слушай, а ты не хочешь к нам в компанию? У нас там все пацаны классные. Нас все боятся. Даже старшеклассники. Короче, приходи вечером на затонувшую баржу. Мы там тусуемся. Ну так что, придешь? Я приду. Я хочу, чтобы меня боялись. Итальянский откуда знаешь? Да не знаю я итальянского. Просто оперу люблю. Этих деятелей надо было как-то с толку сбить. Я подумала, что английский недостаточно экзотично будет. Поэтому рассказала им арию Рудольфа и арию Мими из «Богемы» Пучини. Пучини? Что там? Это что, наш заколдованный дом? Надо идти. Нам надо идти. Пойдем. Подожди. Давай отдохнем. Я очень устала. Присаживайся. Держи. Это вода? Пей. Все в порядке? Да, все нормально. А что ты там рассматриваешь? Да так, ничего. Ты будешь смеяться. Не буду смеяться, обещаю. Обещаю. Еще в школе я увлекся парусными кораблями. Читал книжки про морские приключения, про пиратов. И вот как-то я заметил, что в небе часто стало появляться облако, похожее на бригантину. Бригантина — это двухмачтовый парусник. Паруса? Паруса в небе. Это красиво. Я не смеюсь. Да. Паруса. Так вот, я заметил, что если паруса у небесной бригантины подняты, то день будет хороший, я получу пятерку. А если паруса спущены, то жди неприятностей в виде двойки или что-то вроде этого. Что самое странное, бригантину видел только я, и мои школьные приятели почему-то видели в этом облаке спящего чебурашку, голую женщину. В то утро, когда меня арестовали, я видел свою бригантину без парусов. Ну а сейчас? Сейчас ты ее видишь? Нет. Последние полгода она вообще не появляется. Ладно, все, пошли. Нам еще долго топать. Что? Какие новости? Обыск у Золотова прошел как надо. Никто ничего не заподозрил. В общем, все пока без осложнений. У тебя что? А у меня, ты знаешь, не очень. Сегодня два моих раздолбая нашли в лесу Золотову и Павлову. А потом их упустили. Кстати, твоя версия о месте Золотова оказалась неверной. Да? Похоже, что они с Павловой заодно. Для нас-то ничего не меняет.
Их нужно найти и ликвидировать. Слушай, Сергей, я, конечно, все понимаю. Угу. Но мне кажется, ты заигрался. Да. По краю ходишь. Того и гляди, сорвешься, меня за собой потащишь. Угу. Мои люди не дураки. Могут и догадаться, что к чему. Некоторые спят и видят, чтобы меня слить. Каждый раз, когда я даю им ложные вводные, я рискую. Ты это понимаешь? Ты продолжай, продолжай. Ты ведь не все сказал. Мне не нравится, что ты принял решение убрать Павлову, не посоветовавшись со мной. Я понимаю, у тебя свои расклады. Но я профессионал. Мы с тобой в одной связке, я тебя прикрываю, поэтому я должен знать все. Павлова непростой человек, у нее связи. Не сегодня, не завтра. Жди столичных гостей из соответствующих органов. Вот, значит, ты о чем. Понимаешь, я не поставил тебе известность только потому, что не хотел лишний раз дергать. У меня дело в том, что все было схвачено. Я специально нанял залетного мокрушника. Шарпея никак не связан с моими людьми. Да и к тому же он давно в розыске. И убийство с целью ограбления для него это обычное дело. Вот. А тут, когда появилась такая возможность все это списать на Золотова, это же просто подарок для нас, правда? А его ни к тебе, ни ко мне никто никогда пристегнуть не сможет. Осталась ерунда. Грамотно зачистить концы и все, а тут тебе и карта в руки. Профессионал. А это не так просто. Да ты не трясись, полковник. У меня все под контролем. Да и не поедут столичные следователи из-за этой бабы в нашу глушь. Ему своих дел хватает. А ты, если будешь мне еще что-то предъявлять, то ты вспомни, как 3 года назад я тебя отмазывал, когда тебя твои же люди на таможне сдали. Помнишь? Чего мне это стоило? Так что давай, иди работай, профессионал. Андрей, а можно тебе задать вопрос? Попробуй. Чем ты занимаешься? В смысле, кем работаешь? Никем. Когда вышел из тюрьмы, я, конечно, пытался найти работу, но с моей-то биографией хороших вариантов не было. И меня спасло мое хобби. Это какое? А я делаю модели парусников с детства. Сначала для себя делал, теперь за деньги. Первая моя модель, которую мне удалось продать, была копия французского фрегата. Ее купил эстонец Маркус, как-то случайно оказался в Макаревске. И довольно неплохо заплатил. Потом приехал через месяц, заказал мне еще партию моделей. Ну и с тех пор приезжает 2 раза в год, оставляет мне заказ. И по местным меркам довольно неплохо. Так что в этом смысле у меня все хорошо. Ну а дела Хвостя, ты откуда знаешь? А у нас с ним старые счеты. Я из-за него на зону попал. Расскажу. Галь, глянь. Как нашему участковому костюмчик идет? Привет. Кинозвезда. Так. Товарищ старший лейтенант, вы всегда так ходите. А то все в форме, да в форме. Он комиссар Катани же ходил без формы? Так он комиссаром был, с мафией боролся. А я и так участковый, нам в форме быть положено. А сегодня у меня выходной, поэтому имею право. Ну, хочу поехать в областной центр, отдохнуть культурно, как говорится. Ясно. Ладно, пока. Пока.
Привет! 100 лет не виделись. Здравствуй, Андрей. А кто у нас такая красавица, а? Я не красавица, я Вера. А ты, дядя, кто такой? А я друг твоего папы. Вы куда собрались? А где папа? На работе? Что такое? Что случилось? С Олегом? Олег в тюрьме. Непредумышленное убийство. Ты разве не в курсе? Как в тюрьме? Убийство? Олег? Ну да, вы же не виделись почти 2 года. Олег в последнее время на турбазе в Любимого фельдшером работал. Это где директора убили на охоте, несчастный случай? Ну, подожди, ты хочешь сказать, что это Олег? Весной возле базы стали вырубать лес. Есть у нас такой бизнесмен Лосев. Директор Слава Калинин обращался в соответствующие инстанции, но все без толку. У этого Лосева, как оказалось, везде свои люди. Так директора убили по приказу Лося? Его тело нашли с огнестрельным ранением в лесу. Олег взял вину на себя. Сказал, что они со Славой пошли в лес на охоту, и он случайно его подстрелил. Только не мог он этого сделать, понимаешь? Не мог. Его заставили признаться, Лосев заставил. Он страшный человек. Ты об этом говорила следователю? Ко мне пришел человек и сказал, что если буду болтать лишнего, то будет плохо всем. И мне, и Олегу, и Верочке. Подожди, ну, если даже Олег взял вину на себя, ну, должны были быть какие-то следственные действия. Он должен был показать, как убивал, каким оружием. За пару дней до этого у Олега карабин пропал. Ему друзья на юбилей подарили. Из этого карабина и убили Калинина. А на суде сказал Олег, что после выстрела был в шоке и оружие в лесу потерял. А его карабин так и не нашли, да? Нет. Олегу дали 5 лет за непредумышленное. Я вот с Верочкой решила к родителям уехать. И ты уезжай, Андрюша. Уезжай, пока не поздно. Ты хороший парень, я знаю. Уезжай, пока и тебя не сожрали, как Олега. Я не мог помочь Олегу. У меня не было полномочий, да и не моя территория. А потом поступил один сигнал, что на моем участке в частном доме от передоза умер бандит по кличке Сникерс. По слухам, из группировки «Лося». Когда я приехал на место происшествия, я обнаружил в тайнике дорогой карабин. И это был карабин Олега. Его ему подарили друзья на 30-летие. Ты написал рапорт о находке? Конечно. К делу его приобщили? Да, я даже расколол любовницу Сникерса. Она мне рассказала, как он по пьяни хвастался ей, что по просьбе серьезных людей убил Калинина из карабина, который ему дали. Ствол он должен был утопить в болоте, но, видимо, он ему так приглянулся, и он решил его оставить себе. А дальше что было? А дальше меня навестил Лось. Да, несправедливо все устроено в жизни. Мафия ездит на катерах, а честный участковый на старой дырявой лодке. Знаешь, давай так. Я тебе новую лодку с японским двигателем и 3000 гринов сверху. А ты навсегда забываешь про рапорт о найденном у Сникерса карабине. И больше не лезешь в дела, касающиеся турбазы. Какое заманчивое предложение-то? Ну, конечно. Вообще, занимайся лучше деревенскими алкашами. А я буду занят своим делом. Лады, стороны? Не лады.
Дырявая у тебя лодка, Старлей. Смотри, не утони. Ну, собственно, все. Потом арест, суд, тюрьма. А дальше ты знаешь. Господи, какая же я дура. Алексей Петрович, вызывали? Да-да, Леночка, заходи. Я хотел узнать, как там дело о взятке участковому продвигается. Следствие близится к концу. Ну, честно говоря, там есть некоторые непонятные для меня моменты. Серьезно? Интересно, какие? Слишком уж странно ведет себя наш подозреваемый. Он отрицает свою вину, несмотря на стопроцентные улики и на показания свидетелей. Он не юлит, не путается в показаниях. Ну, в общем, эмоционально не похож на человека, который врет. Не соответствует психологический портрет. Послушай меня, девочка. Для следователя есть три слова. Мотив, улика, факт. Ну, ведь... Мотив напрямую проистекает из психологического... Ну, чушь! Мотив вытекает из зарплаты Золотова, для которого 3000 долларов – это не просто деньги. Это очень большие деньги. Ты только не обижайся, Леночка. Ничего личного. Прими как добрый совет старшего товарища. Для меня в этом деле Золотова все предельно ясно. Факты налицо. Показания свидетелей. Железные улики. Ну, детское дело. Что с тобой? Тебе нехорошо? Только что поняла, что я посадила невиновного человека. Хорошего человека. Ты просто делала свою работу. Машка сказала. Это из-за машины, которую в лесу нашли, да? Пошли вон. Чё? Убирайтесь к черту обе! Ты чего? Пошли вон! Вон, пошли!